Когда ко мне подходит какой-нибудь ученик и говорит, там типа, у меня все хорошо в борьбе, все прекрасно, а, только вот не могу ходить из маунта и с контроля плохо ухожу. Задаю ему вопрос, а как ты туда попал, если у тебя все хорошо в борьбе? Вот, наверное, все-таки причина где-то там раньше. Вот с этой причиной где-то там раньше мы сегодня и поразбираемся. Всем здрасте!